будешь ли ты посещать тренировки Тудроса и играть в плей-офф НФЛ? Плей-офф пока под вопросом, вот, не могу сказать точно сейчас. Тренировки я буду посещать 100%, я сейчас в Москве и буду тренироваться за Тудроса, и по дальнейшему развитию будем смотреть уже. А что скажешь про МКС, будешь там играть? А вот это пока для меня тоже загадка, на самом деле я готов, я бы залетел на МКС тоже, я думаю, большой вопрос о регламенте, да, и второй, наверное, самый большой вопрос, это разрешит ли мне Герман сыграть, потому что вроде как, я как знаю, что я не очень подхожу по регламенту, но с разрешением Германа я бы смог поучаствовать в этом турнире, поэтому я думаю, нужно будет разговаривать с Германом и решать это с ним. Не боялся ли ты негативного отклика от ребят из Тудроса, когда создавал свою команду? Как в итоге ребят из Тудроса слились к тому, что ты сделал команду?